Реформа в Академии наук обязательно должна быть. Действительно, преклонный возраст начинается там от 75 до 90 лет, когда они, в общем-то, уже ничего не производят. Их можно поддерживать и делать почетными, никто не отрицает. Нужно просто забрать их функции, потому что часто они живут не за счет науки, которая дает какие-то результаты для страны, а за счет сдачи в аренду под разные бани, сауны, дома терпимости и так далее. Это все неправильно. И, конечно, ни один из академиков, состоявшихся когда-то, не будет отпускать молодых людей. Он будет всегда препятствовать им, что ему там как бы делать, когда все идет у них и так хорошо. Поэтому нужно вводить новые силы, новые ресурсы и их ограничить. Не лишать, но те агентства, которые будут забирать и как бы использовать эти земли, они будут отдавать им те положенные деньги, которые они заслужили. Это последние годы при Ельцине стало с головы, как бы с ног на голову, все перевернулось. Поэтому нужно возвращать какие-то истинные ценности и стремления науки к тем понятиям, к чему должна стремиться любая научная как бы деятельность, то есть к прогрессу, к изменениям и в лучшую сторону.